Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим последние новости, а также посмотрим на пикантные моменты между Чингуком и Тэхёном. Но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас ли поверить в это. Примите это во внимание. Тэхён в армии уже 237 дней. Увидимся через 311 дней. Чингук в армии уже 236 дней. Увидимся через 312 дней. Сегодня обсудим последние новости Вигу, а затем мы рассмотрим топ-5 пикантных моментов между Чингуком и Тэхёном. 30 июля стартовала продажа билетов на выставку Чингука Golden The Moments. Все билеты с 30 августа по 2 сентября мгновенно распроданы. Билеты Golden Music Frame ограниченного выпуска Samsung стоили более $500 и были распроданы мгновенно. Samsung разместили информацию о продажах билетов в своем твиттере и раскрыли детали наполнения. Каждый билет включает уникальное панно с портретами Чингука, которые ранее не были опубликованы, и 7 билетов с фотографиями. Вот это ажиотаж! Так что, если вы хотите посетить выставку, то поторопитесь. Выставка продлится до 22 сентября. Ждем фото и видео от счастливчиков, у которых есть возможность посетить выставку. Тэхён для Compose Coffee. Для всех фото для Compose Тэхёнчик необычно красивый и нежный. Наша яркая и востребованная звездочка. А вы знали, что Тэхён самый высокооплачиваемый корейский актер? Его появление в эпизоде стоит более 500 миллионов вон, $445 000 США, что доказывает его непревзойденное и мощное глобальное влияние. Он этого достоин. Большому кораблю большое плавание. Заголовок из новостей KBS. Ви из BTS, я хорошо справилась. Шин Юбин вышла в полуфинал после победы над соперницей из Японии. Это первый выход Кореи за 20 лет в полуфинал олимпийских соревнований по настольному теннису в одиночном разряде. Вот что делает поддержка Тэхёна. Сумасшедшая мотивация Тэхёна. Думаю, он гордится своей соотечественницей. Очень оригинальное место для рекламы Кельвин Клян с Чингуком. Фудкорт в торговом центре в Бразилии. Я даже знаю, какие столы всегда заняты, и их вряд ли заставляют едой. За такими столами только салатные листья жевать, глядя на такую талию. Блю Тэхёна достигла первого места в iTunes в России. Теперь все 6 треков Layover побывали на первом месте в российском iTunes. Дорогой Тэхён, мы тебя очень любим и всегда поддерживаем. Издание Marie Claire включило Rainy Days Тэхёна в рейтинг 5 песен, которые подходят для прослушивания в дождливую погоду. Прекрасная атмосферная песня. Скоро наступит осень, время теплых пледов и уютных вечерних посиделок под прекрасные мелодии дождя за окном и в плеере. Туаз упомянули Чингука и его песни как свою музыкальную одержимость в интервью Billboard. Сейчас мне нравится Чингук Сонбэ Ним, потому что я восхищаюсь его вокальным тоном.
и поет строчку из Seven. Однозначно выбрал хороший пример для подражания. Подумать только, наш Чингук уже для кого-то сунбыним. Национально дзюдоистки Хамими вручили серебряную медаль женской сборной Кореи по дзюдо впервые за 8 лет с 2016 года. В интервью после того, как она выиграла серебряную медаль. Репортер, я слышал, тебе нравится V из BTS. Хамими, он мне нравится, я бы хотела встретиться. Я хочу его увидеть, могу ли я с ним встретиться? Правильно сделала, нужно пользоваться моментом. Ну а теперь поговорим о топ-5 пикантных моментов между Чингуком и Тэхёном. Пятое место. Чингук сыграл на саксофоне, чтобы сразить наповал Тэхёна. Все помнят этот момент, когда Тэхён сказал, что для того, чтобы саксофон зазвучал правильно, требуется не менее 3 месяцев. Все ребята говорят, что Чингук все схватывает на лету, и у него наверняка получится чисто сыграть на саксофоне. Реакция Тэхёна просто изумительная. Он аж подвис. Только непонятно почему. Главное, Чингук не струсил, он пытался. Ничего страшного, Тэхён тебя научит. И может быть, ребята сыграют вместе и удивят нас. Четвертое место. Зачем Чингук отобрал подушку у Тэхёна и положил ее между ног? Такой момент, где много вопросов, мало ответов и куча догадок. Чингук сидел рядом с Тэхёном и нервно елозил на месте, а затем резко отобрал подушку у Тэхёна и положил на свои бедра. Ухмылка Тэхёна и Чимина обо всем говорит. Не знаю, что подумали вы, но у меня в голове всплывают только одни неприличные мысли. Может, ему, конечно, было просто неудобно сидеть, но кто знает, кто знает. Реакция парней смущает. Третье место. У BTS спросили, как бы они поцеловали своих вторых половинок, и Тэхён показал. Когда-то у BTS спросили, как бы они поцеловали своих вторых половинок, и они продемонстрировали это на сцене. Тэхён показал свои действия на Чингуке. К слову, химии между ними было больше всего. И Чингук потом еще долго стоял с таким растерянным лицом, не мог прийти в себя. Спустя года Чингук повторил это действие с Тэхёном. А может, спустя время мы дождемся их настоящего поцелуя? Кто знает, кто знает. Второе место. Чингук очень странно отреагировал на слова Тэхёна. На дворе лето, значит, пришло время вспомнить про замечательный момент из Summer Package, когда бантаны поехали на Сайпан. Момент, когда каждому из участников надо было описать того, кто им попадется в конвертике. Тэхёну попался Чингук, и он должен сказать про него пару слов. Тэхён, я хочу представить вам своего друга. Чингук, я твой друг? Сидит в шоке, смотрит на Чингука и шепчет губами что-то вроде «не говори». Арми долго выдвигали теории о том, что сказал Тэхён, и пришли к выводу, что это больше всего похоже на «не говори, не разоблачай» – фраза, которая так переводится с корейского.
Чингук отвечает: «Представь меня нормально». Почему же Тэхён так удивился заявлению Чингука? И почему Чингук вообще это произнес, если они просто друзья? И почему же другие бантаны так ярко отреагировали на этот момент? Я считаю, что этот момент очень показательный. Первое место. Ребята найдут случай, чтобы потрогать друг друга. Мемберы должны были брать еду, чтобы что-то приготовить, но Чингук схватил только Тэхёна. Как можно сосредоточиться на задании, когда впереди пушистый мишка? Из психологии. Если перед вами объект обожания, ваша реакция замедляется, и вы как бы зависаете. Что и произошло с Чингуком. Прижался к милому и про все забыл. Чем питаются наши солдатики? Завтрак Тэхёна. Рис, суп из сушеных овощей, жареная говядина и овощи, салат из огурцов и лука, кимчи. Калорийность 997 килокалорий. Завтрак Чингука. Рис, мягкий яичный суп с креветками и тофу, приправлен паприкой и пастой из красного перца. Кимчи, жареная говядина с королевскими вешенками, молоко, калорийность 998 килокалорий. Обед Тэхёна. Клейкий рис, крепкое рагу из соевой пасты, жареная свинина с пастой из красного перца, салат из ростков фасоли, горчицы и холодных овощей, молодой редис кимчи, арбуз. Калорийность 1308 килокалорий. Обед Чингука. Рис, суп из соевой пасты, утка пулькоки под соевым соусом, кимчи, сашими каракатицы, ананасовая палочка. Калорийность 1153 килокалории. Ужин Тэхёна. Жареный рис, кимчи и икрой летучей рыбы, рагу из кальмаров, жареные яйца, сырые овощи редиса. Калорийность 871 килокалория. Ужин Чингука. Чаша риса с жареными креветками, грибной суп с редисом, овощной салат гульбенг, редька кимчи. Калорийность 1245 килокалорий. На этом я заканчиваю данную тему. Обязательно дождитесь продолжения. До встречи!